Всем привет! Сегодня хочу показать такую машину. Я скажу, что это за машина, да. Fiat 500X. Насколько я запомнил. Ну да, вот он. Собрал я его в АВИС. Как там? Так называется, да. В Гамбурге приехал, сейчас в Брюсселе, 5 минут есть, хочу показать, что у нас внутри. Дверки вот такие вот, это, так понимаю, что номер такой непрактичный, здесь ковриков просто нет, из-за этого так он открытый, вот так. Такая вот панелька. А это верхний, наверное. Маленький, нижний. Фиат. Так. 2 USB сразу. Один этот. Подлокотника нету. Маленький свинячил, такая панель маленькая, руль, здесь это все вот так выглядит, с подсветочкой назад, сейчас вам покажу. Багажничек. Ну такой. Так, кепочку не забудь. Так выглядит багажник. Там не поднять мне, но все причиндалы там. Ручка. Задняя дверка вот так выглядит. Как-то они закрываются. А, вот так. Сейчас попробую завести. Показать движочек вам. Значит, на автомате мы досталось. Нам там была проблема, то что я с одного государства. Другое государство, гоню машину. Они искали мне такой аппаратик. Сказал, что я ее перегоняю обратно за свой счет им. Так, ну вот. Пробуем завести. А сейчас. Сейчас руль маленькая. Надо подвинуть. Ага. Что у нас? Долетие. Фигня какой-то. Вот так это выглядит. Так. Сейчас попробуем открыть смотрим, что здесь. Там ключи, наверное, торчат, она так что-то фонит как-то. Ничего тут. А, мульти-джет 2 двигатель. Как-то так называется. Ну, движочек слабоват, не знаю, что он. Дизельный двигатель, слабоват, не слабоват, но 160-170 я ехал,
вроде едет. Ну, пытался больше в Германии на ней про разогнать ее, но она что-то уже напряжно как-то едет. Я не стал, так что 170 примерно где-то так. Я на ней 150, она идет нормально.